Внимание, внимание! Только сегодня и только сейчас мы приглашаем вас на беспрецедентную акцию «Взглянуть в цирке на насилие и жестокую эксплуатацию животных, приезжающих там цирком». Проходите в кассы, оплачивайте жестокое обращение с животными, демонстрируйте своим детям, что мы венец, венец нашей жестокости, венец издевательства над животными. Давайте задумаемся, действительно ли весело смотреть на мучения животных? Спросите у своих детей, хотят они посмотреть на репетиции, как издеваются над животными, как они истекают кровью во время этих репетиций. Дети, ответьте мне. Нет. Вот, молодец, я слышу детским голосом сказанное «нет». Они проводят 95% своей жизни в тесных клетках и могут двигаться только на арене цирка. Вы только подумайте, чего стоит наше веселье, мимолетное веселье. А для животных это целая жизнь. Мы не должны это поддерживать, друзья. Пожалуйста, не покупайте билеты в цирке, где эксплуатируются животные. Интересно перед нами, но это на самом деле за этим стоит большие мучения животных. И мы призываем за цирк без животных. И 21 век — это то время, когда уже можно отойти от этой просто несправедливости. Международный день цирков без животных. Поддержим общую тенденцию отказа от использования животных в цирках.